Здравствуйте, это Татьяна Ковальчук, и я приветствую вас на нашем канале «Канадская деревня». Вот, показываю вам маечку, ей скоро месяц, мы вот так выросли, начала у нее белый кружочек расти возле носа, вернее, появляться. Вот, рожки еще, конечно, не проявились, но они есть, и мы их будем удалять. Вот, скоро-скоро, очень скоро придет ветеринарный врач, и ее обезрожит и удалит лишний сосок. Вот хочу показать. Я сейчас хочу с нее. Зинуля пришла посмотреть, где Майя. Она уже ее приняла. Она уже считает, что Майя ее теленочек. Да, Зина? Да, моя девочка. Вот, и Майя гуляет каждый день. У нас было очень тепло. Ну, конечно, берет, писает она. Ай, засранка. Вот, папа тебе даст по заднице за такие пописюльки. Ну, неважно, я вытру. Вот. Так что погода была очень теплая, и она гуляла целыми днями на улице. Все нормально. Вот. Конечно, хочу вам с гордостью ее показываю. Вот она выросла. Ну, сейчас ей будет сегодня. Я что сделала? Сегодня я одела колечко мистеру Брауну. Больше он не будет сосать Зиночку. Будет сосать только маечка Зиночку. И будем делать так. Я ее буду на ночь привязывать или отделять. Майя, перестань! Вот. И потом буду это сам. Потом утреннее молоко будет мое. Наша, потому что мы как-то соскучились за молочком. Там не сильно хотелось доить за несколько литров. Маечка все-таки выпивала очень много вот, молока утром. Поэтому, ну, теперь будет так. Будет вот так вот. Значит, утреннее молоко будет наше, а остальное молоко будет Маечкино в течение дня. Зиночка ей 100% все. Да, 100% будет, произведет молочка. Вот, хотим вот. Я хочу с ней походить, вот, но, наверное, не буду. Вам, наверное, не будет очень сильно интересно это все, вот, как я буду с ней ходить. Но она немножко уже более-менее стала, ну, ходить. Мы, правда, не каждый день ходили, через день с ней, когда было время. Но, ну, она привыкает, вот, хотя еще тянет, вон, засранка, да? Ну, это такое дело. У нас еще достаточно времени до июля месяца. Мы ее приучим, будем на улице ходить, отсюда перейдем на улицу, как будет погода позволять. Вот, и это самое, и будет все нормально. Мы ей бирочки оденем. Хотели одеть мы бирочки через 2 недели. Обычно одевают через неделю, 2 недели. Вот, бирочки у нас есть. И мы ее оденем, когда уже ветеринар ее немножко усыпит, чтобы там сделать им обезроживание и удалить сосок. Вот. И тогда мы ее сразу и бирочки оденем. Ну, вот ее родные. Вот. Татуировка у нее уже есть, а вот бирочки еще один. Так что, Майя, нельзя это кушать. Вот так вот хотела с вами поделиться, показать маечку. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.